кабинет. Христиня Горячка. Юрист, занимая этого тоже великое место, ни такого не может быть. Це страшне діло. Так, що ви говорите? А чому ви взагалі мене не бачите? Можна таке робити. Яка ми вмієте про? Слушай, що вот мало достає. Ви мені мішаєте пройти в мій кабінет, правильно? Ми за... Тихо, тихо, пусть сами. Тихо, тихо. Ну чому договор? З ким? З Сільрадою. Покажіть до договору. Між ким і ким? Лицевого начальника. Як зовут начальника? Вы не сегодня с ним общались. Как зовут начальника? Вы сегодня с ним общались. Как его зовут? Можно для приличия ёшку выкинуть. Подождите, согласно закону о милиции, если мы с вами общаемся, вы мне показываете свое удостоверение, я вам показываю свое. Меня зовут Алексей Максимович, я главный визитер. Кто вы? Уберите камеру, я покажу. Нет, не убирайте. Нет. Камеру я удостоверение свое. А чего? А чего? В законе о милиции ничего не сказано о камере. Нет. В законе Максим. Третий пункт. Да, вы мне предъявляете. У меня камеры нет. У меня нету камеры. Максим. Подождите. Статья третья. Подождите. Такое вам знакомо? Вы действуете незаконно. Нет. Так, Марченко Дмитро Валентинович, лейтенант милиции, командир взвода. УДН номер один. Подождите. Вы ничего не видели мое? Нет, я не увидел номер удостоверения. Может, таких, как вы... Да не ковайте. Как вы себя ведете, лейтенант? Статья номер три. Как вы себя ведете? Подождите. Старший лейтенант, как вы себя ведете? Вы увидели удостоверение? Я не увидел, я не рассмотрел. Покажите мне лучше. Номер показан. Нет, я его не рассмотрел. Я говорю в присутствии журналиста столицы. Может, оно подроблено? Пожалуйста. У вас приказ или договор, что у вас договор меня не пускать между сельсоветом, правильно? Так точно. И государственной службой охраны, правильно? Так, не пускать Голосного Максима Юрьевича куда? Я же не рабочий. Но я же не захожу в кабинет. Я, например, хочу пройти в санузел. Там санузел. Можно мне пройти? Санузел, пожалуйста. Пойдем. А кто же так? А что в кабинет не пускать? В туалет не повели. Зафиксируйте, сотрудники милиции, я прошу зафиксировать факт, что меня не пускают в мой же кабинет по договору какому-то между сельским советом, но сельский совет — это здание вообще-то. Есть депутаты Елизаветовского сельского совета, есть секретарь сельского совета, есть секретарь исполкома, это должностные лица, есть голова сельсовета. Вы бездействуете сейчас. Вы, ну, видите? Вы можете обратиться с заявлением. Я обращаюсь к вам лично с устным заявлением. Согласно закону о милиции, любой милиционер в любой точке Украины обязан пресекать правонарушение. Я обращаюсь к вам, к троим. Прошу пресечь данное правонарушение. Устное заявление. Вы будете реагировать? Нет. Мы составляем протокол. Обращайтесь с письменным заявлением. Я к вам будет проводиться проверка. Я к вам сейчас обращаюсь с устным заявлением. А что вы проверили? Устно я обратился, вам недостаточно, вы не хотите ничего делать. Правильно? Сейчас составляем протокол. Вы не будете ничего делать? Вы другие или как? Вы просто будете стоять, отвечать не будете. Все, я думаю, что мы с охраной уже за надо. Ну, а это ваш порядок. Так, а вы видите, кто не гули, меня не сейчас. Сейчас порядок. Все, я прошу всех на выход, не будем давать им... Нет, Максим Юрьевич, мы можем подписать протокол. Да, вы сейчас составите протокол. Давайте составим протокол, подпишемся, что вас, кто такие не допустили. Это не депутаты, капитаны запускали.